53-й дом на улице Хрусталева 1967 года постройки, и крышу здесь капитально не ремонтировали. Она часто протекала, из-за чего на стенах в квартире оставались подтеки. В текущем году выполняется капитальный ремонт кровли. На сегодняшний момент процент выполнения порядка 65%. Подрядчик приступил к выполнению работ в мае и планируется завершение в июле. Кровлю укладывали мембранным способом, он более удобен при монтаже. Покрытие прочное, огнеупорное и устойчиво к перепадам температур. Раньше крыша была залатана разными материалами, из-за этого и возникали протечки. С новым покрытием таких ситуаций не возникнет, уверяет подрядчик. Проведены частичный демонтаж стяжки, залита новая стяжка, частично демонтированы парапеты, оголовники парапета, оголовники дымовин каналов. Новое покрытие смонтировано из ПВХ-мембраны. Рабочим также предстоит установить водосточную систему для тех, кто будет появляться на крыше уже после ее ремонта. К примеру, коммунальные организации в целях безопасности смонтируют ограждения. Всего в этом году в Севастополе капитально отремонтируют 93 крыши многоквартирных домов. Дана Турта, Михаил Волобуев, новости Севастополя.